Жесточайшая диктатура финансов, которая существует сейчас. То есть финансовая диктатура получается жестче, чем партийная, коммунистическая? Да ну, в те годы мне удавалось. Ну что, я вам скажу, театральный разъезд Гоголя, знаете, да. Я сделал спектакль по этой почти непостановочной пьесе Гоголя в 1968 году. Сейчас бы никогда в жизни мне бы не удалось. Почему? А это никому не нужно. А тогда я снимал. И удалось пробить. А кто-то сказал из великих: времена не выбирают, не живут, не умирают. Мне иногда удавалось такие вещи делать. Это в те времена. Так что дай вам Бог удачи.